Храм в честь великого святого Брянской земли появился в Волгоградской области. В поселке Киров Светлоярского благочения епископ Калачевский Паласовский Иоанн совершил чин великого освящения церкви преподобного Олега Брянского. Приход в поселке Киров был создан в 1997 году. Администрация Светлоярского района Волгоградской области безвозмездно передала в собственность прихода муниципальное имущество, здание детского дошкольного учреждения. В 1998 году по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа помещение детского сада было переоборудовано в храм. И вот спустя почти 20 лет правящий архиерей совершил чин великого освящения этого Дома Божия. В христианской традиции чин освящения храма также носит именование «обновление храма», потому что через освящение он из обыкновенного здания делается святым, а потому совершенно иным, новым. Здесь место особого присутствия Божия, место встречи Бога, нисходящего к человеку в своем спасительном домостроительстве, и человека, отвечающего на его зов. По окончании торжественного чина епископ Калачевский Паласовский Иоанн возглавил в новосвященном храме божественную литургию, а после поздравил прихожан со знаменательным событием в жизни прихода. Существование церкви – это не дело рук человеческих, а дело Божие. Единственное, что нам остается, это стараться быть, по мере возможности, достойными наследниками этой веры. Вот. Ну, а чтобы быть достойными, нужно, конечно, видеть свои грехи и каяться в них. Потому что, как мы молимся перед причастием, никто достоин, никто же достоин вот, приходить к Господу. Вот. Это, как говорится, залог правильной духовной жизни. Осознаем недостоинство, но, тем не менее, движемся вперед и приводим других к нашей православной вере христианской. Храни всех Господь, Матерь Божия, и молитвы святого преподобного, благоверного князя Олега Брянского.